мамой. Если это возможно, помоги, пожалуйста, исполниться их желанием. Хотя, наверное, самое главное желание зависит от них, как сложится их жизнь. Но вот эти вот небольшие радостные моменты, которые дети заказали, это такое большое счастье, что мы можем помочь, мы можем сделать праздник каждому ребенку. Новый год – это у нас время ожидания чудес, и сегодня чудо сделать для конкретного ребенка, для Машеньки. Мне самому очень понравилось это желание. И сына у меня Ваня зовут. Вот, поэтому я со всей теплотой души отнесся к этому исполнению желания. И вот мы сегодня воплотили его в жизнь.